Сотрудниками полиции задержан один из участников конфликта в торговом центре «Лига» в Химках. Все началось со словесной перепалки между посетителями магазина техники и электроники и продавцом. Сотрудники торгового центра обратились в дежурную часть. 13 октября текущего года в дежурную часть управления МВД России по городскому округу Химки от сотрудника одного из магазинов, расположенных на Ленинградском шоссе, поступило заявление о словесном конфликте с покупателями, которые оскорбляли ее и вели себя неадекватно. В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия, направленные на задержание иных участников инцидента. Один из участников конфликта задержан сотрудниками полиции. Данесе с другом в Химках, Данесе с другом Мином зашли, оскорбили сотрудников Данеса, были вспыльчивые. Мы извиняемся за свое поведение. Больше такого не будет.